Прошли мы, значит, мой лагерь энергетик. Следующий лагерь — это пламя. И смотрим, что дверь открыта. Дверь открыта, ребят. Ну, мы, короче, bad people. Пошли погулять по территории. Да, кстати, боялась в детстве заброшенные лагеря, потому что, знаете, ходило много баек. Вот, это не понимаю. Блог скоро нам будет называться Дима Масленников. Тут надо быть аккуратным, но очень хочется залить. На гвозди только не наступи. Да, это столовая наша. Обалдеть, картины оставили. Да, столовка. Это наша столовка, я же тут ела, же тебе говорю. На гвозди, да, аккуратно. Вон там выход был, вон дом. За, не ходи туда. А что? Хочешь пройтись? Погнали. Погнали. Пойдем. Что, цепочек? Аккуратно, как у него. Прикольно. Все разъебано. Мы раньше тут сидели, ели. Чисто все оставили здесь. Тут, я думаю, детям выдавали еду, пюрешки, супчики. Блин, так интересно. Это, знаете, когда находишься в таких местах, сразу чувствуешь какую-то энергию, такие воспоминания. Тут, блин, так много детей было. Все так знали. Что, пойдем? Под ноги смотри, ну, пожалуйста, тоже. Вон вход еще открыт. Пойдем. Нет, тут не... Ну что, заходим в дачу. Дача номер 5. Написано. Еще тут люди там есть. Ребята, здесь люди тоже. Самый любимый. Тише, стиж. Чего орешь-то так сильно? Вот здесь я слева жил в комнате. Во, моя комната, Снеж. Привет. Мы не напугали вас? Нет. А мы вас? Нет. Мы вас увидели с улицы. Посмотрите, какие тут еще спальни остались. Просто детские мукрозаки. Кто-то здесь живет. Я. Да? Я. Нет, мне так это все нравится. Тут кстати, люди тоже ходят. Мы не одни такие. Лимон цоколал. О, давай. Вот такое я люблю смотреть. Технологическая карта кулинарного блюда. Смотри, как прикольно. Это просто, я обожаю. Я помню, что мы, знаешь... А вот здесь мы собирались, сидели. Тут такая железная штука стояла, ее отпилили. Такая доверха была железная штука, за нее держаться как перил. Да? Да. Там девки жили. А, вот здесь. Сейчас, типа, мальчик, вот здесь девки жили. Вся атмосфера, вся самобытность. Так интересно.